извечный выбор для женщин любого возраста – какое выбрать платье? Длинное или короткое? Наконец-то решен! Теперь есть платье длины миди, которое уже на протяжении многих сезонов занимает лидирующую позицию в мире моды. Такая модель просто обязана быть в гардеробе у каждой дамы 50+, потому что миди – это не только удобно и практично, но и стильно, сексуально и обворожительно. Для того, чтобы показать свою неотразимость и быть всегда на высоте, модели платьев миди, фото которых сейчас пестрят на обложках глянцевых журналов, можно надевать буквально по любому поводу. Они отлично подойдут как для вечернего мероприятия, так и для ежедневного похода на работу. А еще в нем можно смело отправляться на длительную прогулку в парк или по городу, просто надев вместе с ним удобную и спортивную обувь. А большой выбор тканей позволит носить такие платья средней длины в любой сезон, от жаркого лета до морозной зимы. Вот какие самые популярные модели миди-платьев на сезон 2021. Смотрим. В текущем сезоне платье в горошек является неизменным фаворитом среди прочих своих конкурентов. Его вы можете одеть и на модную вечеринку, и на свидание, и в офис, и даже на летнюю прогулку. Главное – определиться с фасоном и величиной горошка. Ведь неправильно подобранный рисунок может испортить весь образ. Выбирайте модель в стиле полька-дот с пояском на талии, с рукавами-колокольчиками и разрезом по ноге. Также в тренде – воланы и оборки. Кожаный наряд – это всегда стильно, гламурно и красиво. Сочетайте его с высокими сапогами и дополните широким поясом. Стильное платье-рубашка – must-have в гардеробе современной женщины 50+. И, как ни странно, лучше всего эта модель смотрится с длинным рукавом. В 2021 году в тренде джинсовые, кожаные и льняные модели, а также отделка в виде карманов, оборок и рюш. Модели рубашечного стиля уже несколько сезонов подряд не покидают гардероб модниц за 50. На этот раз отдайте предпочтение миди в цветочный или геометрический принт. Кружевные платья создают невероятно нежный, романтичный и роскошный образ. В зависимости от фасона, такое платье подойдет на все случаи жизни. Нежные, романтичные модели с кружевами в сочетании с любимыми лодочками – станут отличным выбором для торжественных мероприятий. Эта стильная модель плавно перекочевала из 2020 года в 2021. Платье с запахивающейся полой обладает замечательным свойством превращения любой женщины в грациозное, изящное создание. Типичная черта кроя – V-образный вырез. Он создает эффектный контур вокруг шеи, визуально удлиняя ее. Косая форма разреза всегда акцентирует внимание на зоне груди. Платье с длинным рукавом – тренд этого сезона.
Вещь универсальная и будет актуальной в течение всего года. Шифоновые и кружевные платья с длинными рукавами идеально подходят для весны и лета, а платья из плотных материалов, например, кожи, подходят для осени и зимы. Приобретайте платье миди на каждый день с длинным оригинальным рукавом, который придаст шарма и женственности. Платье с плиссированной юбкой – стильная модель для дамы 50+. Оно соответствует модным тенденциям, но лишено вычурных деталей. Такой наряд подойдет для повседневного образа или торжественного выхода. Юбка плиссе – сложный элемент из ткани, хорошо поддающейся обработке. Она украшает и скрывает все недостатки. Юбка в мелкую складку – романтичный образ для свиданий или другого торжества. Как утверждала Коко Шанель, в гардеробе каждой леди обязательно должно быть маленькое черное платье. И ее слова верны до сих пор. В текущем сезоне наличие МЧП в гардеробе дамы за 50 является обязательным. Силуэтное трикотажное платье из тонкой пряжи станет вашим любимым предметом с конца марта до поздней осени. Женственные модели по фигуре, которые можно надевать как с туфлями или ботинками на каблуке, так и с кедами или кроссовками, сочетаются с пальто, куртками, косухами или эко-шубами. Весной и летом не обойтись без ярких красок и веселых декораций и крупных или мелких цветочных принтов. Цветочная окраска способна превратить платье самого простого кроя в оригинальный и праздничный наряд. А теперь немного лайфхаков, как подобрать правильную длину миди под свой рост. Дизайнеры для этого вывели простую формулу. Идеальная длина – это ваш рост, умноженный на 0,5. Правда, не стоит, отправляясь на шопинг, обязательно брать с собой сантиметр. Идеальная длина миди – ладонь выше щиколотки или ниже колена. Обращайте внимание на свои достоинства и недостатки при выборе платья такой длины. Если вы обладательница худых ног, то ваша длина – середина голени. Для полных коротких ножек лучше выбирать миди ниже колена и носить его обязательно с обувью на каблуке или высокой платформе. Любую длину платья может позволить себе обладательница длинных стройных ножек. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. До свидания!